Так, установим GPS-навигатор. Так, заходим сюда. Программа. Находим проводник. Запускаем проводник. Так. Так, Navitel. Так, здесь у нас лежит карта. Софт. Загрузка списка файлов. Так, Navitel. Navitel у нас. Почему-то здесь только третий. Быть. Вот. Ну и Navitel 5. Нажимаем установить. Кстати, недавно обнаружил, что на маркете открыть. На маркете есть Navitel бесплатный на 1 месяц. Здесь говорим «Да», ищем карту памяти, говорим «Войти», ищем папку с картами, нашли, говорим «Создать атлас». Атлас был успешно создан. Прекрасно. Установлено соединение со спутниками. Вот как оно быстро. В общем, вот. Работает. Меню. Выход. Выход. Ну и выведем значок Navitel на экран. И где же он у нас его установил? Вот он. Галочку поставили, нажимаем ОК. Все. Вот он на рабочем столе.
соединение со спутниками. Выход.